Мода от Пьер Карден воплощает в себе французское умение жить красиво и актуальный дух времени. Она сформировала образ жизни миллионов людей во всем мире, в том числе и в Молдове. Особого внимания заслуживает мужская линия. Одежда с лейблом Pierre Cardin подходит для современного, уверенного в себе мужчины любого возраста и для любого повода. Сегодня мы вам это докажем. Давайте представим себе день делового мужчины. Он буквально расписан по минутам. Но в плотном графике есть время для всего. Для деловых обедов и напряженных совещаний, для романтических свиданий и шумных встреч с друзьями, для тусовок в клубе и даже морских вечеринок на яхте. В любом месте, независимо от времени и обстоятельств, он должен выглядеть, что называется, с иголочки. Времена, когда офисный дресс-код предполагал неброские спокойные оценки костюмов и рубашек, безвозвратно канули в лету. Современный мужчина, будь он рядовым служащим или занимающий кресло руководителя, может позволить себе выделяться и быть ярким на фоне серых рабочих будней. Весенне-летней коллекции Pierre Cardin преобладают сочные яркие краски. Многообразные ярко представлены пиджачные линии, в основном из легких и мнущихся тканей. Так, классический строгий костюм с черничным отливом хорошо смотрится в тандеме с рубашкой и нагрудным платком такой же расцветки. В этом образе мы отдали предпочтение деловой рубашке с коротким рукавом. Деловой образ мужчины невозможно себе представить без строгого костюма и галстука. На последние детали мужского гардероба остановимся подробнее. Существует три основных правила, как носить зажим для галстука. Правило номер один. Зажим для галстука должен быть расположен между третьей и четвертой пуговицей вашей рубашки. Правило номер два. Возможно, это звучит очевидно, но зажим должен скреплять не переднюю и заднюю часть галстука, а сам галстук и рубашку. И, наконец, третье правило. Никогда не носите зажим с галстуком, который заметно шире. Кто обычным привычным галстуком предпочитает яркие узорчатые бабочки, может смело подбирать их под свой строгий бизнес-костюм. Деловому дресс-коду 60-х такой яркий аксессуар, как галстук бабочка, не противоречит. И так как 60-е в моде, ваше эффектное появление с бабочкой на шее в офисе оценят, особенно представительницы противоположного пола. После напряженного рабочего дня можно и расслабиться. Одежда должна помогать такому расслаблению, быть свободной и комфортной. Если это одежда от Pierre Cardin, она будет еще и стильнее. Яркие хлопковые брючки, рубашка всемирно известной немецкой марки Витерна с очень модной клеткой и легкий джемперок с V-образным вырезом на плечи. В такой одежде и в боулинг, и на гольф. В новой весенней коллекции представлено большое разнообразие легких курток-ветровок. Накинув такую куртку на стильную футболку и легкие брючки под тон, отправляйтесь на романтическую прогулку по ночному городу со своей второй половинкой. И еще один образ для встречи с друзьями. Главная героиня в нем – практичная стеганая куртка. Кроме строгих приталенных рубашек, в коллекции Pierre Cardin есть большой выбор свободного комфортного кроя рубашек. В темно-синюю стеганую куртку мы выбрали зеленую рубашку. В этом ансамбле сочетаются не только цвета, но и форма пуговиц. С одеждой от Pierre Cardin вы с легкостью станете звездой вечеринок. Что для этого нужно, мы расскажем и покажем далее. Белую рубашку обыграйте шейным платком с огуречным принтом. Этот аксессуар присутствует в мужском гардеробе уже более 2000 лет. Впервые его стали носить китайские солдаты в 3 веке до нашей эры. В наше время шейные платки носят современные мужчины, которые хотят соответствовать образу настоящего дэнди.
Если собираетесь утром в офис, вы не знаете, куда вас вечером может завести кривая судьба, подбирайте одежду так, чтобы она смотрелась одновременно и строго, и свободно. Оптимальное решение – джинсы с пиджаком. Полосатое поло, адмиральский пиджак, джинсовые мокасины на босую ногу, сочетание синего, красного и белого и образ для морской вечеринки готов. Вот таким насыщенным и долгим получился день современного и уверенного в себе мужчины, который теперь с Пьер Карденом на «ты».